садись в последнюю электричку и приезжай к нам. Я, конечно, люблю природу, но не до такой степени, чтобы в концертном платье в электричках разъезжать. Это верно. В Простоквашино сейчас мороз. Там надо концертную телогрейку надевать и концертные валенки. Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, гости моего канала Афроманго Мукбанго. Ну что ж, я... Чай у меня свежезаваренный, с лимоном. Так, песок я еще могу положить, не забыть. Песочку. Сахарный песок. Так. Всем приятного аппетита и просмотра. Как вы успели уже заметить, на столике у меня шаверма. Но не мясная, а рыбная. Ну скажи, какая рыба? Рыба, сейчас скажу. Рыба у нас... Рыба кижуча. Шаверма и? С кижучем и скумбрией. Да. Вот. Так и, что. И репчатым луком. Угу. Вот. Такая шаверма. Что не день, то шаверма, да? Но это сегодня не мукбанг, правильно? Сейчас мукбанг — это сама реакция номер 5. Так что будем смотреть. Так. Смотреть будем китайцев. Так, где у меня это видео? Сейчас я найду. Так. Показать в папке. Так, хорошо. Так. Так, ну, раз, два, три, поехали. Да, чем полно. Столько этой сосиски, это ли сарделька, не знаю, что это такое. Куча доширака, палочки. Опять, наверное, все острое. Не острое, а перченое. Они так смешно едят доширак этот. Главное, они... Ну, я-то... Доширак каждую эту самую ломаю, когда перед приготовлением, ну, перед заливкой кипятка. Вот, а она, это самое, не, они тут ничего не ломают, целиком едят. Сколько этих самых макаронных червяков, да? Еще все это в соусе. О, китаец. С рулькой, что ли? Да, рулька. Да, конечно. Ну ты уже видишь, там китаец. Острое все, тоже. С рулькой. Он не видит, что кусок большой. Твои низкие глаза. Ну, как вы разрежете глаз, то он увидит. Ну. О, парочка китайцев. Куча доширака. Острова. Wow. Китайцы и девушка китайка. Китаянка. Скажи, wow. Что... Well, everything you do is like so classy. I'm скажи, so ты какое блюдо? Mm. Или, ты не дошел, или до кижучи и скумбрия. Потому что здесь сверху вниз, поэтому. Right.
Поэтому все опустилось вниз. А у вас свежий, мягкий, вкусный, поджаристый, как видите. О, теперь эти самые. Суси. Все, что ли? Такой маленький этот самый. Да нет, не может быть. Что такое-то? А, стоп-кадр. Это стоп. В общем, та же самая девушка. Это целое блюдо с суши, соевый соус в руке. Следующая девушка, тут тоже у нее очень много суши, креветки. Это эти самые, что-то еще, я не знаю. Очень много. Угу. Дошел я до рыбы. Вкусно. Хочешь секрет скажу? Потом. Когда? Нет, надо сейчас на видео сказать, чтобы люди почувствовали, какой вкус. Понимаешь? Ага. Так что, сказать нет? Секрет в шаверме. Да, секрет в шаверме. Мы соленую рыбу немножко посыпали для вкуса сахарным песком. Понятно? Угу. О. Китаец эти ест, как он называется, тоже как люля-кебаб с сыром, очень вкусно, и сырным соусом. Ты чего, не те, что остальное есть? Он. Он? Да, конечно, я... Винтата? Да. Угу. Рис. Куча риса. Опять доширак. Угу. Они без доширака не могут. Да, доширак. Ну вот такое коротенькое видео. Прокомментировал. Угу. На монтаже его вставлю. Да. Чтобы вы его со мной посмотрели. Чай горячий? Чай? Да. Нет, не горячий, теплый. Привык. Привык я ложкой. Там как это... Что? Как будто из самовара чай. Что за блоки? С разговорами. Что забыла? Забыла положить себе лук. Угу. Репчатый. Угу. Кусочища. Вот. Рыбная шаверма, вот. Две рыбины. Ну вот то, что песку мне насыпало, это изменяет вкус на песок. Сахарный песок как добавка. К соленому. Некоторые хозяйки же ведь засаливают свежую рыбу. Сахар и песок. Ой, сахар и соль. Домашние засолки, я имею в виду.
В маске сидит. В маске. Это не полумаска. А не важно. Угу. Все равно маска. А как она будет есть? С маской вместе будет кушать. Вкуснотища. Там тоже самый. Попробуйте. Султан. Это Comedy Club. Шестая это самая. Comedy Club. Я понимаю. Там этот. Демис Карибидис. И это Кравец. Не. Так великолепные веки одели. Угу, да, да. А чем, между прочим, вкусно? Очень вкусно, да. Получился вкус рыбы горячего копчения и рыбы холодного копчения. И две разные рыбины. Кижуч и скумбрия. О, сочетание, во. Очень вкусно. Попробуйте. Вы даже можете не покупать кижуч, потому что он дорогой. А купить другую красную рыбу, там, например, сёмгу. А скумбрия дешёво, в принципе. Вот. И все так же сделать. Или сёмка. Купить форель. Форель. Ну, форель дешевая. И все так же сделать, как мы. И попробовать. Но это будет уже другой вкус. У каждой рыбы свой вкус, понимаешь? У каждого продукта свой вкус. Ну как? С лавашом вкусно. Это самый свежий лаваш. Да? Вкуснотень. Сделайте там эту рыбу, обязательно все кости вынуть надо, вот. Чтобы проще было жевать. Перед готовкой шавермы рыбной. Это есть приготовление. Это есть все приготовление входит.
Ва. Большой палец вверх. Нет, все пальцы. А, все пальцы. Потому что рыба очень соленая. Поэтому я немножко песочку посыпала. Давайте вот тут ложишь, зерно положу. Если это видео наберет 500 просмотров, мы сделаем с другой рыбой шаверму. Я говорю с другой рыбой. Ну, я ж не сказал, как, с какой. Не надо это секрет давать. Мне же интригу-то надо сделать. Не надо. Надо. Интрига в том, что ты скажешь другой. Ингредиенты будут другие. Ну, не это самое. Не конкретно просто скажу. Ну, ладно. А сегодня больше предупреждать не буду. Будешь есть одно и то же каждый день. Понятно? Никаких конфликт не будет. Понятно? Вот так. Нечего баловать. Просто понемножку. Тут наши все секреты выдают. Я не выдаю. Выдаешь? Нет. Если это съесть, то не надо это все. Вот надо все говорить без видео. Вкус специфический. Ой, так вкусно.
Ой. Как же это вкусно. Тебе тоже, мам, понравилось? Тебе тоже, мам, понравилось? Называется «Два в одном». Ой. Так и написано, «Два в одном». Или «Две в одном». Как вкусно. Ага. Давай. Сейчас. Так. Да. Все очень вкусно. Сейчас будет горячий. Потому что надо кушать вкусно. Понятно? Так, еще чаек. Зачем кушать? Невкусно, да, зачем кушать? Невкусно. Да. Так все вкусно кушают, кто вкусно. Не, не все. Я скажу, кто не все кушают. За кадром скажешь. За кадром скажешь. Да. Так, ну что ж, вторая кружка чая. И вторая шаверма. И вторая шаверма рыбная. Точно такая же. Давай. Давай. Лава, что-то еще попожаристей. Давай положу то, что не положила. Забыла положить, давай. Да. Еще вкуснее будет. Не переживай. Я закрыл? Да. Дай чуть-чуть. Да. Ты не это... Не учи, пожалуйста. Это получается, яйцо учит курицу. Правильно? Угу. Так не должно быть. Курица учит яйцо.
Хотел куда-то? Да, конечно. Открывай. Сошел с леса. Да. Кошмар. Угу. Угу. Конечно. Угу. Еще не вечер. Уже вечер. Бегом. Уже вечер. 4 часа уже вечер. Ну и что? Так бывает еще. Так говорится, еще не вечер. В картах мир. Ждут новые новости хорошие. А, правила. Угу. Угу. Птицы тоже у нас обедают. Угу. Ужинаем все. Воробьи, синички и мы. Машина же надоела. Да я больше там. Thank you.
этот, как его, рулет, скумбрия, треска. А-а-а. Вместе. Горячего копчения. Угу. Угу. Горькая, да, какая-то, да? Нет, не появилась, она это самое. Почищена, почищена плохо. А-а-а. Потому что все надо чистить хорошенько. Понимаешь, у нас сейчас рынок насыщен некачественными продуктами. То есть не только само качество там, продукта, а само еще приготовление, например. Рыба там, или там еще каких-нибудь, когда что-то приготавливают. Помимо того, что режут какие-то стейки делают или части какие-то. Тушку разделать, например, курицу там. Или другие виды мяса. Все это сделано некачественно. С костями, с этими самыми. Вот рыба конкретно. Плохо почищена. Внутренности оставлены. Этот вкус уже изменяется. Почти что оставлено. Не все, но какая-то часть оставлена. Mm-hmm. Но все равно вкус меняется. Хорошо заметил. Две минуты назад телефон там что-то это опять вышел из этого, из съемки. Прекратил работать. Да, хорошо я заметил. А если бы не заметил, было бы все впустую. Не впустую. Было бы не снят материал. Да. Да. Концовочка. Это не впустую. Концовочка. Мы-то работаем не впустую, правильно? Почему? Если не заметишь телефон, то он уже прекратил свою работоспособность. Ну-ка, мне неизвестно, почему так происходит. Это уже не один раз. Да, не первый. Не первый раз, да, это уже раз третий или четвертый. Сам отключает эту запись. Самовыключение. Нет, телефон сам не отключается, просто запись прерывается и все.
как в фильме «Золушка». Ваше время истекло, ваше время истекло. Да. Так и здесь, без напоминания. Раз, и да, ваше время истекло. Кончайте разговор, кончайте разговор. Да, ваше время истекло. Кончайте мукбанг. Заканчивайте. Да. Угу. Ничего. На монтаже все склею. Да, конечно. Где наша ветка подала? Да. Очень вкусно. Попробуйте, рекомендую. Все, последний раз так ест. У нас всегда вкусно. Мама шутит. Я не шучу. Нет, мама шутит. Нет, не шучу. Угу. Я человек серьезный. Извиняюсь. Человек серьезный. Угу. У меня шуток нет. Серьезный. И вообще хватит шутить. Понятно? Да, надо. Потому что все мои секреты выдаешь. Понятно? Да. Все мои задумки. Понятно? Я уже молчу. Интрига будет тогда, когда ты скажешь, что это сюрприз или... Так. Я понял. Можешь не продолжать. Да. Самое главное, что ты понял. Очень вкусненько. У нас сегодня замечательный мукбанг. Да. У нас это не каждый день бывает, но когда захотим. Поесть что-нибудь очень вкусненького. Вот. Поэтому я стараюсь придумывать такие лабашики. Угу. Печи. Да. Остывает. Угу. Угу. Сейчас. Дорогие наши подписчики, дорогие наши зрители, дорогие наши гости. Особенно женщины. Поздравляем вас с наступающим праздником 8 марта. Желаем вам здоровья, счастья, всех благ. Чтобы мужчины нас больше любили. Чем больше. Когда женщина знает, что она любима, она постарается сделать так, чтобы ее любили еще больше. Правильно? Всем бабушкам, всем тетям, всем мамам, всем девочкам, девушкам. Сестрам. Сестрам, да. Двоюродным сестрам, троюродным сестрам. Близняшкам. Да, близняшкам, девочкам. Двойняшкам. Да, двойняшкам, близняшкам. Всем, кто женского пола, всех поздравляю с наступающим. Вообще, всех женщин мира. Не только Россия. Да.
статистике больше. А нас много кто смотрит? Женщин, очень женщин, много. Женщин больше, чем мужчин. По статистике. Как песня поется? Девчонки стоят в сторонке. Потом какие слова? На 10 да. девчонок, по статистике 9 ребят. Вот, правильно. Ага. Правильно. Это нужно понять. Поэтому нас тут надо любить больше. Мы в количестве в большем. Мы в большем количестве, значит, больше надо любить нас. Все больше. И количество, и чувство. Больше. Все. Да. Огромная благодарность за просмотр. Ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик. Напишите в комментариях, понравились ли вам эти ваши сегодняшние. Да, рекомендуем сделать то, что мы сейчас ели. Повторите. И ставьте лайки. И если у вас есть желание, по ссылочке перейдете под видео и подарите мне подарок. Да. Все. Здоровья, мама счастья. Придумала, а подарки получаются. Удачи и всего самого хорошего. Да, конечно. До свидания. До следующего мукбанга. Все, пока. До свидания.